Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и мы с вами продолжаем играть в Dying Light. Это у нас будет 8-й уже выпуск по счету. И очень многое изменилось с предыдущего выпуска. Не знаю, что вы со мной сделаете, когда узнаете. Помните, в прошлом выпуске мы с вами остановились на том, что нам нужно поймать бегуна. Я погуглила в интернете, где его можно найти. Но я и так знаю, что они находятся на тех локациях. Но мы с вами, собственно говоря, посмотрим более детально, более конкретно. Сейчас я вам все расскажу. Только не ругайте сильно. Мне и так достаточно. Представляете, у меня подписчики разделились на два лагеря. Некоторые даже отписались из-за того, что я снимаю летсплеи. Потому что они, видите ли, не любят летсплеи. Хотя меня вроде любят. Короче, так, опять перестраиваем клавиатуру. Так, Алиса, молчи. Все. Главное, чтобы ничего не лагало. Вообще обычно не лагает. Сейчас что-то лагает. Бляха-муха лагает. Все, мы побегаем по кругу, попроверяем. Ну ладно, если будет лагать, мы перезагрузим. Но... Ай, так, слушайте меня внимательно. Сейчас я поставлю на паузу и буду вам все по порядочку рассказывать. В общем... Пока я не играла, я очень сильно хотела проверить один баг. В прошлом выпуске я вам говорила, что один баг не сработал. Один сработал. Один сработал — это тот, где ты спишь, потом бежишь к кладовщику, берешь у него новые предметы, потом опять бежишь, спишь, просыпаешься у него снова новые бесплатные предметы. Это легко работает. Надо просто спать и туда-сюда бегать. Но мне безумно было интересно попробовать... Все-таки проверить, работает баг или нет. Этот баг заключается в том, что я могу увеличить количество любого предмета, кроме оружия, на столько, сколько захочу. Сложная ситуация, сложная система, но я вам расскажу и покажу, чтобы вы прям кайфовали, когда будете сами играть, если вдруг что-то захочется, потому что я знаю, как напрягает, когда ты играешь, и у тебя постоянно что-то нет, тебе постоянно приходится мучиться, ломать голову. Я просто... И я объясню, почему я этот баг все-таки использовала. Но прежде чем объясню и расскажу, как это все работает, я хочу еще кое-чем объясниться перед вами. В общем, чтобы проверить теорию этого бага, я начала тестировать на обычных каких-то предметах, типа на сюрикенах, там, на аптечках. У меня почему-то не получалось. Может быть, просто у меня не хватило выдержки, и я подумала, что работает только если взять определенный предмет и на нем тестировать. Вот, ну, не знаю, в общем, не получилось. Видосы, которые я смотрела, где рассказывают, как использовать этот баг, там чуваки ходили и собирали вот эти вот наборы помощи при ЧС. Суть этих наборов заключается в том, что где-то 60 или сколько-то штук я должна сдать кладовщику, и тогда он меня наградит супер очками, и я смогу прокачать просто всю свою линейку уровней, конкретно одной только, где выживаемость, по-моему. Ну, если я не ошибаюсь, ну, сейчас еще убедимся на 100%. Короче, я пошла, сейчас у вас будет на экране видно, как я играю, потом, может, мое лицо пропадет, и вы посмотрите со звуком какие-то моменты. Короче, я пошла в зараженную зону. Я хотела добыть просто вот эти наборы помощи при ЧС. По сути, мне хватило бы одного, но я решила уж добить все пять. Что было? Я туда пришла. Мы с вами там не были. Я туда пришла. Просто мы с вами уже в одной такой зоне были, да, и я подумала, вдруг кому-то не особо будет интересно еще целый выпуск про это смотреть, но выходит так, что все равно смотрите. Короче. Я решила одна поиграть, но решила записать все это, потому что переживала, что вдруг что, ну, чтобы вы тоже видели. Короче, я туда пошла. Я думала, что сейчас я всех зомбарей замочу. Я там заныкалась в один туннельчик, открыла дверку, потом ее закрыла. И, короче, там очень долго мочилась с зомбаками. Они все не заканчиваются, не заканчиваются, не заканчиваются, не заканчиваются. Я уже все свои сюриканы потратила. Сюриканов. Уже все свои коктейли молотов потратила. Уже все свои взрывчатки. Уже что я только не потратила. Уже думаю, что такое. Они все не заканчиваются, не заканчиваются. У меня-то там была какая-то офигенная тактика. Они все подходят к двери. Я туда кидаю гранату, убегаю. Они все взрываются. Короче, я там наубивала кучу врагов, ну, зомбарей, все такое. Потом в какой-то момент я просто заколебалась. Чтобы вы понимали, я 30 минут просто убивала этих зомбарей. 30 минут.
В какой-то момент мне это надоело, и я подумала, да ну нафиг. И побежала просто собирать все эти наборы помощи при ЧС. Потом я вернулась к нам сюда, в башню, и начала пробовать баг тот. И знаете что, у меня все получилось. Возможно, кто-то сейчас будет ругаться на меня, но объясню, почему я это сделала, почему все-таки этот баг у меня сработал, и я его максимально добила. Я еще где-то часа полтора потом все себе прокачивала. И я это сделала для того, чтобы мы с вами во время игры и прохождения сюжета и каких-то интересных дополнений не тратили время на то, чтобы собирать все по ящикам. Я все равно иногда наверняка буду в них заглядывать, просто потому что у меня есть какая-то, видимо, особенность такая, что мне в каждых играх очень нравится собирать. Я люблю в играх заниматься собирательством, я прям удовлетворяюсь от этого. Но когда я снимаю летсплей, я понимаю, что это отнимает много времени, поэтому мне не хотелось занимать и ваше время, и свое на вот эти бесконечные собирательства. Поэтому пристегните ремни безопасности. Сейчас я научу вас управлять багом. Короче, давайте зайдем в мой тайник. Сразу не пугайтесь, вы увидите, у меня уже хорошее оружие. Итак, это наше хранилище справа. Ну, вы сами видите, что там написано «хранилище». Я сюда закинула свой экскалибур, дохлый, мертвый, потому что он уже не кажется мне таким крутым. А, еще вы видите, сколько у меня денег. 203 тысячи это получается, да? Ну да, 203 тысячи, верно? Верно. Что-то я в цифрах забылась. Короче, здесь у меня лежит всякая фигня. Так вот, я прокачала себе эти наборы при помощи ЧС и закинула их сюда в хранилище, чтобы случайно не сдать их кладовщику. Я все-таки сдала где-то 16 или 20 этих штук, но этого все равно недостаточно для того, чтобы сильно прокачаться. Видите, у меня 11 уровень, мы с вами когда играли, у меня был то ли 8, то ли 9. Чтобы прокачать вот эту кошку классную, с которой мы сможем летать, как спайдермены по всей карте, мне нужен 12. Я не стала без вас прокачиваться и сдавать все кладовщику. Вот. Чуть-чуть сделала, буквально просто, чтобы что-то. Теперь у меня есть щит. Я его не тестила еще. Я смогу прятаться в трупах. Это я тоже еще не делала, не пробовала. Прокачала я это для того, чтобы получить какие-то оружия интересные. Сейчас у меня из оружий есть пистолет. Винтовку мы с вами брали. Купила я кирку винтажную в магазине, и еще купила вот такую вот штучочечку. У меня 99 замороженных гранат, ядовитых гранат, сюрикенов горящих, коктейли Молотова. Всего у меня, короче, дофига. Лук у меня есть, тоже классная тема. Также я научилась создавать стрелы. Это просто я в магазине, по-моему, купила, или мне с повышенным уровнем далось. Поскольку у меня все прокачано, я все прокачала. Ну, чтобы вы понимали, я очень много времени на это потратила. Прокачала улучшения для оружия, их тоже можно прокачивать. У меня вот сок алкоголя, батареек, бечевки, гвозди. Все, короче, я прокачала, и мне нравится. На самом деле, я могла бы еще больше накачать, но я думаю, ладно, уж как бы перегибать палку не будем. У меня 99 аптечек и еще плюс 82 аптечки. Отмычки я даже прокачивать не стала, у меня их и так много, да и в принципе пофиг на них. Проблема только в том, что я не могу прокачивать боеприпасы таким же образом. И не могу еще больше докупать боеприпасов. Тут, ну, есть, короче, ограничитель по тому, сколько я могу носить. Меня это, конечно, выбесило, потому что, видите, вот другое бесконечно могу носить. Детали для сборки, улучшения, все бесконечно, кроме вот этого вот местечка, где у меня оружие, и, собственно говоря, патроны, боеприпасы. Вот, что еще? Ну, короче, типа, что-то изменилось, щит могу использовать, что-то добавилось, ну, не то, что там прям вау. Потому что я говорю, я не сильно прокачалась. Ну и по сути, что нам остается? Рассказать, как этот баг использовать. Щит вот есть, могу взять. Сюда я тоже что-то позакидывала. Короче, система такая. Сейчас мне нужно что-то взять, что мы хотим прокачать. Ну, допустим, да? Давайте что-нибудь купим у него. Короче, суть в том, что я когда рассказывала Славе и показывала, как я тут со всем этим разобралась, я случайно продала ему все мешочки с золотом, с драгоценностями. Именно эти мешочки помогают мне много заработать денег. Вот что появилось в магазине. Ну, видите, урон уже намного лучше стал. О, нифига!
Я все могу купить. Прикол в том, вот в чем. Я могу купить вот этот серп, потому что он золотым горит, а меня привлекают легендарки. Я теперь все могу, ребят. Не обессудьте, ладно? Но зато как нам будет клево играть? Мы будем подыхать, как лохи. Хочу все. Вот это, кстати, клево. Единственное, деньги тратятся. Зачем мне кирка? Лук у меня есть. Кинжал, вау. Это я еще не могу, видите, мне нужен 12 уровень. А, вот, к сожалению, не могу я вот это покупать, видите. Нет, свободный. А, зато за пистолета есть. То есть, видимо, все-таки это именно для каких-то оружий. А, нет. Обидно, видите, нет свободной почему-то. А, ладно, что же нам прокачать? Купить все. Окей, давайте попробуем на аптечке. Извиняюсь, что такое долгое вступление, но мне надо было вам рассказать. Что нам нужно? Как мы это сделаем? Как мы поступим? Мы возьмем одну аптечку и поместим ее к нам вот сюда. Видите, аптечка. Даже не знаю, вам руки мои показывать, лицо мое показывать, чтобы вы понимали, как этот баг пофиксить. Ну, это неправильно. Пофиксить это наоборот. Уничтожить этот баг. Слава мне объяснила. Короче, поднимаясь на самый верх, у меня должно как-то удобно стоять что-то, где 99 или еще больше, то, чего у нас больше всего. Я вообще начинала с того, что у меня было 68, да, вот этих взрыв-пакетов. Ну, вы помните, у меня их было много, в принципе, то есть я их не копила какими-то там багами. Ну, нет, только если к этому мужику бегала, к кладовщику. Короче, заходим в хранилище, что-то сюда перекидываем, то, что хотим прокачать. Это что угодно, может быть, суть не в этом. Это не сразу у вас получится, и не сразу получится у меня. Мышка должна остаться на чем-то, чего у нас больше. Например, можно даже это сделать, если у вас 5 каких-то предметов, или 10, или там. Ну, чем больше, тем лучше, потому что тем больше вы получите в итоге того, что будете прокачивать. Оставляем здесь мышку, нажимаем, типа, вот это Escape, выходим, зажимаем F, и мы должны попасть... нажатиями какую-то надо выдержать паузу. Я это не сразу смогла сделать. Вот сейчас я не попала. Короче, суть в том, что я должна попасть так, чтобы потом, когда я вот этими клавишами буду ходить, вот этими вверх-вниз, чтобы я могла перемещаться и выбирать что-то. Сейчас я не попала, поэтому продолжаем. Все это время мышку мы не сдвигаем с одного и того же места. Так, вот, видите, у меня получилось. Сейчас я могу вот так вот ходить, потому что я выдержала какую-то, хер знает какую паузу, сколько секунд, чего-то там. Теперь я захожу вот сюда, листаю в самый низ. Вы помните, у нас там было много аптечек, еще сколько-то аптечек. Сейчас у нас будет еще больше аптечек. Нахожу аптечку, нажимаю на C. То есть я беру все. А, вы помните, сколько мы выбрали? 99. Хотя там у нас лежала одна аптечка. Теперь у меня два раза по 99. Короче, так можно делать что угодно. Поняли? Но мы с вами-то остановились на том, что я так и не доубивала, не так я и не нашла этого бегуна, поэтому сейчас мы пойдем с вами по миссии, только не ночь. Слава богу. Мы с вами, значит, будем проходить... Блин, кирка-то круче. Будем мы с вами, значит, с моей хорошей, проходить теперь то, что вы так давно и хотели. Я надеюсь, что вы не серчаете на меня за то, что я прокачалась, но зато мы не будем тратить время на всякие сборы. Сейчас мне нужно найти определенное место по карте. Так. Я думаю, вот это. А вот здесь нам надо зону зачистить. Потому что она ближе всего к зоне, захваченной бегунами. Нам будет удобно, если чего, бежать домой. Так что идем туда. Такой у нас сегодня план. Зато наконец-то мы с вами проверим настоящие орудия. Крейн, ты где? Что там, Спайк? Просто имей в виду, если нужно, я на... Но это мы с вами из прошлого выпуска помним еще. Вон там, и что-то там. Минус только в том, что это же привлекает опасных мутантов, да? Ну, так приятно играть вот таким образом.
О, нифига. Шум привлекает опасность. Вот так. Прикиньте, нам теперь все по плечу, ребят. Помните, как мне нравилось играть? Нам надо и другие орудия проверить. Как мне нравилось играть с этим? С автоматом. Блин, я застряла. Ой, не то. Тут что ли безопасная зона? Да, тут как бы минус таких оружий только в том, что он привлекает мутантов. Я об этом не подумала. Ну, в любом случае, мне так нравится. Каникума. Мы сейчас сюда всех мутантов привезем. А, да блин, вот я дурочка, надо просто ворота закрыть. Не рады, не чудесно. Так же намного приятнее. Блин, только они сюда все равно могут залезать. Нам надо что-то нажать, чтобы они сюда не ходили. Короче, у меня тут такое случилось. Буду постепенно вам рассказывать. Ну, нет, ничего на самом деле страшного. Ой. Так, безопасная зона разблокирована. Значит, он не имеет права меня убивать. Он должен испугаться и убежать. Все, так что у нас теперь есть безопасная зона. На самом деле, чем больше, тем лучше. Теперь они серые и никчемные. И еще мне тут что-то и осталось. Поэтому теперь у нас будет вот эта вот зона. Погодите, вы сюда нельзя, помнишь? Давай, вот они с ума стоят. О, использовать маскировку. Как это? Можно ее снять? Ну, мне надо было попробовать, но теперь мы себя будем. Не, извините, ребят. Чё? Блин. Когда это пройдет, да. Я думаю, что оно ненадолго. Может быть же это прям супер долго. Тайник наш здесь, отлично. Давайте поспим. Кстати, я все-таки посмотрела, бегун все-таки выглядит иначе. Не так. Я в том выпуске пыталась поймать. Так, фонарь. Все, видите, синее на карте, это значит, что там наш бегун. Мне его, конечно, чтобы поймать. Что, мы поймали бегуна? Можно взять его все? Господи, сколько мучений. Да? Все, не сходите с ума, я в безопасной зоне, вы не имеете права. Ты не имеешь права. Ты не имеешь права. Ты не можешь ничего со мной поделать. Ты не имеешь права. Я могу стоять рядом. Куда? Куда? О, он умирает, походу. Ему больно от того, что он находится не в той зоне. Ты не можешь. Тебе не дано. Да, теперь, когда мы получили ткань, давайте ее тоже сделаем умноженной. Можем ли мы ее? Да. Извините, ребят. Мне это очень надо. Мне очень нужно. Кайфовать. Так, переборщили. Угу. Угу.
Да! Сколько нам дадут награды за 99 тканей? Мы сейчас еще одну сделаем. Проблема в том, что я просто схожу с ума по всем этим движухам и начинаю... Ой, не успела. И начинаю заморачиваться. Ну, на самом деле, я не знаю... Я бы в эту игру с большим, огромным удовольствием играла бы и даже без летсплея, я вот просто что поняла. Давайте положим сюда. Сколько мы себе ставили? 27. А, я видела, что из этой ткани можно, короче, себе делать экскалибур, что ли? Экскалибур. Так, надо теперь отнести образец. Пошлите мне, что, ночь меня думать пугает. Так, только давайте протестим другое орудие. Патроны очень быстро заканчиваются. О, все повылезают. Ты что, не сдох? Так, где обмазаться говном? Я просто уже такая на релаксе. Подождите, а где дом? Тот, который мне нужен. Где-то тут. Я что-то его пробежала. Ладно, на самом деле мы побегаем, даже поподкатываем, поделаем. Поподкатываемся, и потом нам будут очки в опыт. Будем все пофиг. Во-первых, мы в безопасной зоне, но мы не в той безопасной зоне. О, это же мой любимый стиль. Тут вообще это еще удобнее делать. А, мне этому Зэри и надо отнести доктору. Я же много ему не планировала. Давайте. Крейн, прошу, входите. Вы добыли те образцы, что я просил? Прекрасно, прекрасно. Я как раз говорила о вас с доктором Камденом. Привет, мистер Крейн. Рад, что вы нам помогаете. Судя по голосу, вы интересная личность. Любопытное вещество у него вместо крови. Светочувствительное. Боюсь об заклад, это можно сделать оружием. Но я отвлекся. Последняя доза реагента и запасная капсула. Невероятный образец. Пробы на рекомбинантный вирус положительный. Камден, ты понимаешь, что значит? Это значит, сработало. Когда я вел мясную приманку, вот там штамм, это сработало. Ты можешь объяснить все разновидности мутаций. Но я не могу. Камден мог бы. У него оборудование, но ему невозможно передать исследование. Вы можете сюда за радио, так нельзя поделиться информацией? Слишком много данных, Крейн. Это займет годы. Мы умрем раньше, чем закончим. Вода, вода, кругом вода. Ни капли для питья. А если я вам принесу, доктор Камден, в руках все данные и образцы тканей? Крейн, но путь оттуда сюда просто невероятно опасен. Но на кону вакцина, да? То есть можешь, типа, в суд и пойдешь, юноша, вы даже не представляете, что это значит для меня, для всех. Я вам сообщу, когда все подготовлю. Сейчас идите, куча работы, куча работы. Клёк? Где мои миллионные очки? Отлично. Так, ну если у нас новый уровень, причем добытый стараниями, мы можем теперь иметь кошку. Я очень хочу этот навык. Спасибо, что спросили. Теперь идем к кладовщику. И мы получим этот навык. Так. Постоянно забываю, где вообще наша хата башенная? Тут она была? А мы оттуда пошли туда? Или тут она была? А, вот-вот-вот, все, тут уже написано же кладовщик. Эй, Крейн, ты где? Мы с Амаром пошли взрывать гнездо. Чего, твою мать, Рахим, это было мое дело. Ну да, конечно, ты же знаешь, взрывчатки побольше мне. Ты турист, забыл? Ладно, слушай, у нас проблемы.
Мы влипли. Что случилось? Ты где? Я на эстакаде. Все, еще иди к черту. Иди в депо, я еще там, я иду. Амар, сзади, сзади. Рахим, черт возьми. Goddammit. Брекен, как слышно? Да, на связи, в чем дело? Я иду за Рахимом. Он же здесь, в башне. No, he's not. Они с Амаром пошли взрывать гнездо и влипли. И неприятности. Они что, черт, где они взяли взрывчатку? Я стащил Райз. Господи. Я близко, я его вытащу, Брекен. Да уж, пожалуйста, спасибо. Слышишь, вытащи его, я ему так задницу надеру. Джейд знает? Нет. Бога ради, не говори, она отправится его искать. Я не хочу, чтобы она тоже убилась. Черт, раздери. Наконец-то я возьму. Кто о чем, да? Кошечка ты моя. О-о-о, все чертежи. О-о-о. Мы можем сделать пистолет. Немецкий пистолет. Но он нам не нужен. Ну хотя, все берем, какая разница. Мы все берем. А это мне надо? Не хочу. Ой, ребята, ой, пацаны, вы же понимаете. Вы не понимаете. Так, вместо чего возьмем? Вместо вот этого. Мы сейчас это используем. Так, все, уже рассвет, ничего не знаю. Так, на семерку у меня это что меняется? Как на G? Поняли, как тоже работает? Только она не бесконечная. А, блин, надо подождать, когда она накопится, чтобы это самое делать. Быстрее, накопить! Да ты куда вообще, в забор? Короче, ну все, мы идем как бы по делам, реально, я как бы не буду. Фигнёй страдай. Страдай. Давай, лети туда, на мост. Да чё ж ты не прыгаешь? Вот. Так, мы идем, мы, получается, идем вверх, потому что нам нужно стакан. Стакан — это дорога, что такое. Так, заканчивайте выносливость. Почему у меня через раз срабатывает? Зажать, что ли, надо? Вот чёрт, дело плохо. Ой, понятно, у меня этого нет. Так, а чё тут-то? Что? А, обыщите тела. Да ты чего? Да это просто как? Искать. Это же... Похож вообще на моего знакомого. Ну, в смысле, в игре, разумеется. Давайте говном измажемся. Это за нами нет никакой погони, да? Зачем мы говном измазались? Может быть, нас меньше трогать будут? Где же ты есть? А, мы ищем Брекен, это я. Брекен, это я нашел тело Амара. Никаких следов Рахима. Черт, как думаешь, куда он пошел? Я сказал ему спрятаться в депо. Найди его, слышишь, что ты мелкий засранец должен выжить. Нравится сюжет, да? Ходишь, бродишь, как всегда. Нет, чтобы помочиться. Ребята, у нас еще, кстати, с вами есть тюрьма, который мы не проходили. Так, надеюсь, моя кошка сейчас отменно сработает, и мы полетим.
Отлично. Ну, она, конечно, вот видите, накапливается слева внизу. Хочется, конечно, чтобы она быстрее проглючивалась. Ну, удобно. Ищите Рахима. Давайте поменяем, что-то мне эта кирка не нравится, какая-то она долгая. Что у нас есть? Лук. Кстати, лук — тема, потому что он бесшумный. Думали об этом? Я нет. А если бочка? Блин, ну что-то... Чего не могу попасть? Кто-то мне не долетает нихера. Ну, начинается. Ну ты попадешь вообще хоть одной. Слушай, не долетает. Может, зажать надо сменить? Да. Все. Понял. Вот, кстати, лук хорошая вещь. Это еще что? Я ж так могу на несколько часов играть. Короче, что я хотела с вами обсудить? Мне тут пишут, если мы, конечно, дадим с вами это пообсуждать. Ой, их еще и забрать потом. Ну, да, мы же с вами специально прокачали, чтобы не заниматься. Внутрь. Короче, я создала отдельный канал для летсплеев. Думаю, блин, что некоторым не нравится, что у меня выходит летсплей, поскольку люди не привыкли к тому, что я снимаю летсплей, люди привыкли к тому, что я снимаю влоги. И все. Мне кажется, с луком тут уже тупо ходить. Если бы мне это было нужно. А смотреть мы все-таки должны. О, мешочек. Это отлично. Хорошо, что мы нашли мешочек. Теперь в этом плане я спокойна, потому что без мешочка. Давай, иди сюда, долбаный тварь, я заберу вас всех с собой в могилу. Сейчас огонек потухнет. Да, конечно, играть стало намного легче и интереснее, скажу честно. Надоело умирать. Теперь мы сюжет хоть проходим. Чёрт возьми, вот типа... Так, я поменяю на лук, чтобы не полетать больше никого. Ничего, внимания. Я знаю, что он мертв, но слишком приятно убивать. Сейчас будет у нас мультик. Я его так и называю. Я не думал, что умру. Я запустил бомбу. Они взорвутся меньше, чем 5 минут. Черт, у тебя кровь. Ну, я поранился. Я надо буду ради. Возьми бомбы. Не двигайся, ясно? Я вернусь за тобой. Сухо. Смотрите, бомба внизу прыгнула. Да ты гонишь! Это что? Бляха-муха, мне ж не до этого! Ну ладно, если мы умрем, мы начнем заново. Просто у меня уже не 5 минут, а 3. И как отсюда выбраться? Как быстрее? Через дверь? Как-то заходили? Или можно как-то вылететь? Нет, нельзя. Так. Где моя кошка? Слушай, я забыла, где я заходила. Стрелка, стрелка. Не работает. Блин, да как так-то? Я же зашла где-то оттуда. Нет? Где-то отсюда? Господи, как это тупо. Блин, начинается. Это похоже на дверь? Сука, куда идти? Так, вы
Понимаете, время тебя теряется? Ну я же не по лестнице вроде заходила. Так, надоело. Мы же точно где-то там заходили. У меня уже минута осталась. Но почему тут не работают эти двери? Они хотят, чтобы я через верх шла, что ли, шла? Да блин. Вот это же дверь. Вот сюда же мы заходили. Отсюда. Блин, ребята, это тупо. Просто кошмар. Я клянусь, что я не помню. Походу нам без вариантов сюда. Сука, может быть сюда и надо было сразу. А, ну да, наверное, сюда. Гнездо же все-таки должно быть где-то внутри. Как-то это открывается наверх, что ли? Как вам такое, а? Интересно, мы успеем вообще, нет? Их такое гнездо. Так, я вылез. Видишь здоровенную денежную трубу справа? Иди через нее. А! Не денежную трубу. Как в Ирдене, поднимайся по скату, но я слышу, не знаю, что там, но... Так, у нас на первом... А, не это, у нас 40 секунд, я сейчас умру вообще. Сейчас умру. Да иди, иди! Так, джи! Куда? Куда? Я тут? Я тут куда надо? И чё, чё, ты сделал? У меня 19 секунд! Так, убит вами, как установить? Сейчас, я думаю, просто вы... Ну, блин, подождите, мне же еще и убежать надо как-то успеть. У меня есть бомба тут где-то, которую я должна выкинуть, скинуть. Типа на джишку, знаете, как мы что-то скинем, просто поставим и скинем ее. Ну, правда, не знаю, успею ли я убежать. Просто я же пришла куда надо. Сейчас, может, я её просто не вижу? Ну, давай, крутись уже. Мешочек. Я не вижу бомбы, типа, чтобы что-то отличалось от того, что у меня есть. Тупо. Может, заново тут начать, да? А, сука, я нашла, куда не надо. Все, было норм. Теперь я нашла, я теперь знаю, куда нам. Ну блин, что-то как-то вообще непонятно. Я даже нажимаю, чтобы он мне показал, куда идти. Он мне не показывает. Ну согласитесь, не показывает. Я пытаюсь зайти в дверь, с которой выходила. Он не дает. Уйди быстрее. У нас в этот раз времени много. Так. Я еще не могу, я нажимаю, я не понимаю, куда я устанавливаю. Да что такое, прям вообще никаких подсказок. Или я не видела, но мне казалось, что я видела. Так, все, тут мы знаем. Я вылез. Беги в дренажную трубу. Дренажная труба, просто мысли. Так, что нам надо, что нам надо? У нас уже есть время тут со всеми разобраться. Блять. Начинается. Ну, говорили все. Так, куда нам там дальше? Куда? Сейчас мы установим и нафиг свалим. Чего нам тут вообще разбираться с какими-то делами? Окей, first one set. На лестнице, понимаете, еще раз. Да нахера? И чего? Или еще вот такую же колонну? Так, не открывается. Я в напряжении, но интересно. Ги! Походу куда-то сюда. Главное не упасть.
Ты отвали, отвали. И чё, чё? Ещё бомбу ставить? У меня раз в две? Так, взяли бомбу. И чё? Всё. Всё, отлично, теперь сваливай оттуда. Она упала! Понял. Блядь! Так, срочно, мне нужна моя кошка. Да блядь! Еще свалить бы отсюда, да? Так, сейчас разберемся. Куда? Сюда? Да, сюда, ниже. У нас время-то 53 секунды. Сюда. Ну отвали. Так, G. Сука, G. G. Ты чё, устал? Иди! Получилось, я сразу говорил, я не знаю, слышишь? Я сейчас тебя выпрыгну, но... Да что ты все прыгаешь? Бери это. Господи, напряжно стало, да? Ну хоть интересненько. Нравится? Это что, помидор? Затопило, что ли? Я не пойму. Нет, не все. А что? Так, отряхни морду. Ну все должно быть чики-пуки. Че, он умер, что ли? Ему лекарство. А че он ему аптечку не дал? Хорошо, это я, получилось. Там уже зомби. Да надо было это видеть, Рахим. Мы взрослых чертям. Нет, Рахим, стой! Это я, дружище, Крейн, господи, Рахим, стой! Ой, совсем подросток, блин. Это гребаный укус. Ты малолетний кусок идиота. Я так без эмоций на нем читаю. Боже, Джейн. Хоть бы кто мне слово сказал. Крейн, как слышно, что у тебя там? Брэкен. Рахим погиб. Рахим's dead. Черт, возвращайся. Не говори Джейд, пока не надо. Теперь вы, сука, мне дверь не открыли. Блин, грустная серия получилась. Не, мы еще не заканчиваем. Рахим умер. Я поверить не могу, что теперь делать? Что я скажу Джейд? Надо возвращаться в башню. Придумать, что сказать. Да не надо ничего придумывать. Дадим ей джишек 99. Пусть расслабится. Клёвые мы кошки. Почему это называется кошкой? Да? Интересно. Почему тогда не картошкой? И почему оно у меня не работает по моему велению? Я буду стоять и нажимать на кнопку, пока меня не сожрет. Нет, не буду. Это... Пойдите. Не надо было. Но зато мы как бы сократили путь, видите? С этой кошкой нам, конечно, намного лучше. Это с другой стороны, сюда и не надо. Ну, сейчас сократим. Блин, мне нужно не подпрыгнуть. Так, кончена дура. Фух, пронесло. Жалко, что это нельзя использовать, например, как пробел двойной, знаете, а занимает именно у меня вот эту, где у меня джишки мои. Не, классно. Я, правда, на каком-то релаксе сегодня.
Ну, в принципе, неудивительно, наверное. У меня же все по полной. Но все равно патроны кончаются. Не дело. И вообще, если я умею создавать теперь пистолет, я должна уметь создавать и патронус. Кстати, патронус. Скоро Гарри Поттер будем смотреть. Январь же, почему бы и нет? А, январь. Декабрь, но в январе мы обычно смотрим. А, да блин. Иду на зелененькое типа домой. Уже пальцем устали, что ты не бежишь? Уже хоть что-то сделай, подкаты хоть, не знаю, порадуй меня своими умениями. Ну ты чё? Ну почему он не делает у меня вот эту кошку? Прям злюсь. Ты ведь имеешь дело с Рейсом, то есть тех, кто вызвался добровольно, вызвался. Чем могу помочь? Это бесполезные вот эти вот болтания, зачем они нам нужны? Так. Что нам кладовщик может дать? Ничего. Это бесполезный кусок хорошего человека. Что нам может дать он? Ледоруб? Клёво. Чуууу, электрические стрелы хочу. Конечно, я хочу, ты чего? Всё хочу. Видите, мы уже потратили что-то, и поэтому он нам предлагает, ну, типа, мы можем закупиться. Топор, ружьё у меня есть. Ай, классно. Мне прям очень все это нравится. И сколько у меня стрел? Наверное, немного. Зато сколько тканей. Что я здесь могу делать? О, я от бегуна. Мне нужно собрать еще водоросли. Их тоже я сделаю дофига себе, чтобы были. Я не знаю, докачаться в этой... Ой, да за это хрена у меня столько щитов. Хотя, с другой стороны, я больше ничего не беру. Так, я сделала маленькую паузу, чтобы сделать себе много денег. Не знаю, зачем они мне нужны. Все убрала. Я не использую щит, но мне как-то неинтересно, если честно. Что у меня тут вообще? У меня тут, наверное, куча всего. А, 9 из 14. В принципе, я могу поменять. Какой из них круче-то? Ну, понятно, что синий — это больше урона наносит, хотя фиолетовое должно быть как бы поинтересней. Так, что у меня еще? Лук, серп, пистолет, усилитель ночного видения, не знаю до сих пор, нужно оно мне, не нужно, в принципе, ну ладно, просто не хочется занимать здесь место. Все остальное клево. Прокачала немножко тканей. Стрелы жалко, не могу прокачать. Жаль. Очень жаль. Короче, я могу сделать яд бегуна. Она ему говорила. Улучшать что-то могу. А, я видела видос, где чувак делал эскалибур. Прикинь. Я бы хотела. Я бы их наделала, и они вообще... Всех бы ломали. Короче, есть такой варик. А. Прокачать все. И мы будем крутые. Блин, кошка типа будет лучше работать вот это. Может, прокачаемся? Клево же. Проходить сразу на максимуме. Ну ладно, если кто-то напишет, типа, зря ты это сделала, ну, значит, ой. А я чё? Всех как забрала? Мне столько не надо. Да и вообще, сколько я должна ему сдать? Так, там 27. Ещё получается нам 23 и будет 60, да? Верно я посчитала? Но нам даже 60, кстати. А, 50, блин.
Так, школу 6 лет назад закончила, останется. Ну не, я думаю, нам, кстати, хватит, потому что я же до этого ему тоже сдала. Давайте посмотрим. Я просто хочу быть клёвой, мощной и уже с кайфом вообще все проходить. Единственное, что у нас не прокачаны другие навыки. Типа, тут у нас будет вообще супер, а здесь не очень. Хотя я думаю, что постепенно будет все клёво и клёво прокачиваться. Потому что у нас все поднимется, и вот это поднимется, да. Можно убить лежащего врага, наступив ему на голову. Прием поможет избавиться от зараженных, штурмующих вашу платформу. Стой на врагом. А, ну, кстати, хорошая вещь, да? А это что? Не-не-не-не-не. Вот это мне понравилось. Ногой крошить. Что, даем? This means we can survive for the next couple of days at least. Thank you so much. У нас теперь будет вообще. Так, чё? 4 всего? Что-то маловато, да? Значит, наверное, больше надо сдать. А мы сейчас все прокачаем. Ну раз уж как бы пошла такая пляска. Странно, я думала, он мне больше даст. Ну, давайте посмотрим, что он мне сейчас готов дать. Мне надо проверить свой снаряд, он мне уже что-то дал. Выпустить сборку ядовитой мини-ловушки. С другой стороны, да, что они мне еще могут дать, эти штуки? Мы сейчас оставим одну, ну, сколько-то. Оставим, чтобы не все взять, чтобы вдруг потом еще прокачать. А, нам, наверное, куда-то положили что-то. Кошка у нас была. Песчаная буря. А что добавилось-то? Что-то должно было добавиться. Как будто ничего и не добавилось. А, просто, типа, мы можем теперь всякие штуки новые делать. Ну-ка. Ты простой человек, не смотреть на голодных детишек. Понятно, мы очень классные. Новый уровень. 5 всего? 5? Вы меня, конечно, простите, но... Я думала, что нам этого будет достаточно. Потому что то, что я видела, чувак, по-моему, 60 штук принес, и вообще у него там все было в шоколаде. А нам почему-то не хватило. Сейчас мы быстро сделаем, я уже профи в этих делах. Как всегда, мы не все ему отдадим. Эй, а что я прокачала-то? Что я взяла-то? Что-то не то прокачала. До конца не дошла. Щит, что ли, опять взяла? Не вижу. А, мешочек, блин. А, так, мне надо вот так сделать. Мешочек у нас в самом конце стоит. Все, понял, ладно. Не всегда получается, не с первого раза, но достаточно быстро, если наловчиться. Ой. Да блин. Наоборот, наоборот. Главное, чтобы у нас тут что-то оставалось тоже. Ну, пошли еще попробуем. Да что же он такой? Он прям издевается надо мной. Он не хочет мне сразу дать все навыки. Вот, ну теперь тут уже должно быть все. Зато мы теперь можем не париться и не искать эти грузы. Все разблокировано. Отлично, вы полностью открыли одно из деревьев навыков. Теперь все очки, получимые в этой категории, будут засчитываться в пользу легендарных уровней. В меню навыков появится соответствующее древо, набирая легендарные уровни, вы будете получать доступ к новым эмблемам, одежде, оружию, станете легендой Dying Light. Легендой стать очень легко, как мы с вами выясняем. Все, как раз нам и 4-то и надо прокачать. Мы легенда. Во! Поможет нам достигнуть новых вершин, чтобы быстрее повысить свой уровень легенды, играй на уровне сложности кошмара, развивайся дома. Не, я пока к этому не готова.
Это пока мне рано. Так, получили новый щит. Во. У меня лук зачем-то дает. Стрелы. У меня свободно. Ну ладно, мы сейчас все докинем. Пусть лежит, да, чё? Вау. Так, сейчас не волнуйтесь, мы сейчас зайдем в магазин, там будет очень много всего. Не сходите с ума, я вас знаю. Так, лук. Ну, тот же лук. И что мы еще взяли? А, вот это. Так. Давайте посмотрим, сколько сборов мы получили. Супер кровопускатель. Отравленный дротик. Ну, короче, вот эти всякие штучки. Ну, это улучшение для оружия. Они меня сильно так... Не это самое. Набор реквизиций. Что это? Это то, что мы ему отдавали? Что я их все не отдала? Было бы тупо. Так, крошитель. Ключевой поцелуй. Это все, что мы теперь можем создавать. Только нам для этого нужны всякие вот эти тоже оружия, поэтому их тоже будем собирать. Хотя нужны они нам, да? Нужны, не нужны, непонятно. Так, мы можем теперь делать замораживающий щит. Очень клево. О, взрывные мини-ловушки, ядовитые мини-ловушки. Сейчас сделаем, все, пусть будет. Надо потестить. Хорошо, что я все вот эти детальки тоже прокачала. Вы прикиньте, каждую деталь прокачать. Типа жестяные банки, пластик, химикаты, домашние припасы. Все это надо прокачивать. Ядовитые лишайники. Все. Теперь... Внимание, мы сейчас обновим, скорее всего, наше оружие, потому что нам сейчас выдадут столько всего. Метательный топор, патроны к автомату. Все, берем. Золотой немецкий пистолет. Ой, ой. А, кстати, нам добавилось местечко-то в инвентаре, нет? Могли бы и добавить. Нет, прикинь, не добавили. Так, мачете. Вы прикиньте. Ну и стоит, кстати, нормально. Улучшенная полицейская винтовка. Великолепная катана. 1215 урон. Мы посмотрим, что тут самое клевое. Ну, наверное, вот это клевое. Оно уж фиолетовое вообще. Оно стопудово лучше. Даже если катана клёво выглядит, ну и мачете тоже. Тут надо сравнивать, тут это же не просто так. Беру. Ужасная мачете. Но еще с какими-то этими ядами. А это мне надо? Топор, клёво. I'm fine, babe. Ну, моя-то немного, эта винтовочка, но она клёвая, кстати. Вот это получше будет. Ой, ребята, ребята. Реально, я не знаю. Я кайфую. Не знаю, как вы. Оставляем вот это, серп. Блин, давайте сравним, да, урон. Какой лучше, какой, блядь. Хотя он и легендарный, типа золотой, поэтому, наверное, может он и клёвый. Так, нафиг кирку. Здесь у нас будет стоять. С другой стороны, лук тоже прикольный, да? Все, я готова продолжать. А, ну нам здесь надо что-то решить. Сейчас будем мультики смотреть. Вот он расстроится. Брэкен. Как он умер? Я убил его. Я опоздал, он обратился, клянусь, у меня не было выбора.
Слушай, он был моим другом. Лучшим другом. Не верю. Я знаю. Он меня до белого коленя доводил, но я любил его как сына. Мой друг умер. Мой брат умер. Я ему поверил, я доверил ему взрывчатку. Если бы я не оставил его там, возможно, он был бы жив. О нет, Джейд. Джейд, стой! Джейд, черт возьми! Дай ей время, ей надо смириться. Зеря, черт! Спускайся, не дам им его схватить! Слава богу, нам не надо там подходить. Капец! Ты прикинь, что творится? У меня еще моя кошка не сработала как надо. Ну, капец нам. Че? Просто разбираться со всеми? Суки, вы моего доктора. Ой, да они же меня убьют сейчас, слышишь? Ну, понятно. О, окей. Окей. Ну что такое серьезнее надо взять? Так, они скоро смогут сюда войти. Огонь-то... А, потому что не смогут. О, не, хорошо, кстати, офигенный мачете, видели? Или что у нас там, как он называется по-правильному? Извините, доктора Зеря. Так, они пока сюда не могут зайти. Ой. Так. О, хорошие у них тоже, кстати, мечи. Ничего себе. У меня нет места. Наступает ночь, это плохо. Тут где-то наш врач, что капец. Малик. Там никого нет, они забрали Зера и укатили. Все? Мы ему не поможем, ничего. Что дальше-то? Найдите доктора Зера. Зере. И где? А куда? Где искать-то? Где искать-то? Мы так и не проверили, что происходит в квартире. А доктор-то где? Shit, Брэкен. Брэкен, Зера похитили. Трейлер горит. His trailer's on fire. Проклятие. Вот что происходит, если тронуть Раиса. Не стоило лезть в ту школу. Наши ребята заметили толпу бандитов на пути к штабу. Ты пойдешь туда, найдешь его и вернешься сюда живым. Ну, конечно. Ну! Не вовремя. Ну, я такого еще не видела! Так, джи! Джи! Ну чё ж ты не летишь-то? Да блин! Я в ловушке! Джи! Ну чё же ты не прыгаешь-то в твою дивизию? О, кстати, безопасная зона. Так, есть варик. О, у меня здоровье мало, капец. Либо поспать пойти днем, потому что там же не сказано, что обязательно его надо найти ночью, да? Конечно, ему помощь.
Очки выживания плюс 7800. А что значит, я их получу или наоборот просру? Да. Хорошие очки. А, давайте сюда сложим то, что мы собрали, чтобы у нас было место. Блин, лук. Может тоже положить. Полицейская винтовка. Это мы у них какую взяли. Так, давайте что-то из этого тоже оставим. Витаминная ловушка. Вот это тоже я не хочу. Мне вообще не нужно, я не пользуюсь этим. Взрыв пакета, отвлекать их. Ну, не знаю. Сколько у нас места есть? Ну, что-то есть. Ладно, может, хватит. Так, все, ищем нашего этого. Так, давайте возьмем мачете. О! Клевые, мы научились делать штучки. Только они что-то недолгие. Поняли? Мы теперь активируем, когда ловушку. Нифига. Так, Рейн, торопись, его нужно вытаскивать или что-то такое. Интересно, как на плойке играть в эту игру? Так, ну ладно, ладно. Чуть наберись выносливости. Так, все цветы вот эти мы собираем. Ой! Блин, F, что такое? Уже ножкой подралась и пыталась улететь в этот цветок. Ну, у нас они, наверное, были, нам какие-то грибочки нужны. Так, улетим, не улетим. А, наверное, очень далекие цели я ему показываю, поэтому он не хочет туда. Гляди в оба, удачи тебе. А, вход где-то там. Понял. О, даже ноги не ломает, прикинь. Я думала, что все. Но нет. Так, давайте начнем вот с этого. Верняк. Ну, готовьтесь, ребята, там что-то будет. Как нам только теперь туда? Это зомби? Так, я не комментирую, потому что я очень заинтересованная личность. Что-то мне не нравится это оружие, оно какое-то медленное и всего 20, ну, нормально. Ой, да ладно, чё я очкую, да? Мне же вообще... Куда шум? Как будто бы они все еще ниже, да? А, нет. Жалко, что зомбаки по дому не залезают. Было бы вообще офигенно. Согласитесь? Ой, прям как же хорошо, да? Фигурка зомби. Так, чтобы посмотреть свои коллекции, перейдите в раздел «Инвентарь», меню, нажмите F. Понятно.
О, прикиньте, мы теперь все можем открывать без отмычек. Типа, мы настолько прокачались, что нам уже не надо вот этим заморачиваться, тратить на это время. Было бы клево. Вот опять же, да, зачем я это делаю? Открываю все. Но там могут быть какие-нибудь чертежи, что-то, что мы не можем вот так вот увеличивать, собирать в каждой мусорке. Да, быстро же они умирают. А это что? Совсем внизу? Эх, блин, ну было бы круто, если бы они залезали, согласитесь, согласитесь. О! Было бы круто, и они начали залезать. Ой, не-не-не, верни обратно, хорошее было оружие. Так, что я так медлю, да? Это зомби? А, ну это же, наверное, зомби. Да. Так, теперь мне надо как-то слезть. Может, какой-то вход есть? Великолепный сюрикен. Отличная штучка. Палки какие-то. О! Класс. Мне нравится. Главное, не умереть. Это уже пофиг. Нет, все равно очки ловкости, да и просто вдруг нас... мы оживимся где-то, не пойми где. Ой, мы же совсем забыли звонить нашим БГМ. Это хрен, мне нужна помощь, БГМ, прямо сейчас. Очень жаль, что происходит сейчас в жизни? Что случилось в ВГМ? Лени ВГМ в городе уменьшилось. Мы берем ситуацию под контроль и объявляем Харан целью по коду 1. Стойте, не отключайтесь. Вы не можете просто разбомбить город. Сотни невинных жителей. Тысячи. Не имеет значения. Наши действия спасут миллиарды жизней. Полагаю, вы это понимаете? Так, ладно, слушайте, здесь находится ученый, его зовут Зерри, он работает на вакцине, он почти закончил, я видел исследование. Если вы разбомбите город... Принято к сведению. Один ученый в разрушенном городе получил полезный результат. Да, шансы ничтожны, но у вас 48 часов. Так, 48 часов, погодь. А если я сейчас лягу спать и просплю 48 часов, они засчитаются как, типа, потрачено? Ну, что ты будешь делать? Блин, даже грустно как-то, что мне ничего не нужно, по сути. Зачем я это все выскидываю? Это уже, наверное, такое чисто... Чисто я... Это уже просто какой-то мой... Ну, в принципе, я могу обыскивать, но стараться брать только нужные предметы, потому что я же специально прокачалась, чтобы не тратить на это времени. Ладно, пошли. Просто нужно же проверять дверь. Открывается, закрывается. Вдруг... вот... Да, здесь пусто, но прикиньте, вдруг там какой-то чертеж полезный. А я его не посмотрела, я его не нашла. В любом случае, мы с вами ускоримся. Ключик нам не нужна была, это нам не нужно было, это нам тоже не нужно. Лифт? Shit, it's broken. Черт, сломано, попробую взломать. Maybe I can pry it open. А, ну это мы знаем, нам же вниз... Еще раз надо было пробел нажать. Так, и мы входим. А. Ага. Блин. Всё, входим. Да, сейчас будет у нас расти напряжение, поэтому я не буду много комментировать. О, у них хорошие, кстати, эти. Ой, хорошо, да? Так, есть тут что-то типа такое прям полезное? Вот эти вот метательные мне дали штучки.
сколько у них великолепных сюрикенов. Ух ты, я такого не видела. Ну, как мне кажется. Ой, хорошо, ребята, хорошо. Ну, скажите же, прям вот душа радуется. И уже вы не так боитесь. Я тоже уже не так боюсь. О, комплект аптечки, глянь. Мне, конечно, пофиг у него. Сами видали, сколько у меня аптечек. Так, обследуем просто, чтобы обследовать. Сидим вот эту печенье. Конечно, я могу даже ничего не брать, просто откроть и проверить, если там что-то полезное. Что вдруг окажется, что да. Так, ладно, бежим. Не открывается. Так, нам куда-то не сюда. Но куда-то вниз. Куда-то вот туда, наверное. А как? Вниз. Я не могу разобраться. Блин. А чё, почему нет нормальной карты? Ну, типа, карта внутренняя уже такой. Так. Значит, может быть, мы что-то не сделали? Что нужно нам здесь сделать? Что-то не нашли? Что-то не... Не знаю. Ну, это странно, согласитесь. Вот всякие такие штучки, вдруг чертёж. А вдруг... О, это было клёво. Ненужная вещь. Не, ну нужная. Где ты, старый друг? Блин, инвентарь заполнен. Ну, начинается. Так, чертежи. Прикиньте, вакцина. А не просто алкоголь. Ну, прям релакс. Короче. Так. Фигня вот в чем. У меня садится камера. Поэтому мы с вами сейчас застопимся, я поменяю аккумулятор, и мы с вами продолжим с этого самого места. А вот, давайте так, чтобы вас я не обманывала, вот мы будем смотреть на эту банку, и с нее мы и продолжим. Так, ну вот, все, мы смотрим на эту банку. Продолжаем. Так, там какой-то шнурок. Ну нам все равно. Брейк, не могу найти Зерри, похоже, что пусто. Building looks empty, though. There's an underground level. Maybe he's down there. Может, там? О, нифига! Зло. Давно у нас такого не было. Yes. Что-то фиолетовое горело, что-то должно быть полезное. Понятно. Прикиньте, да, сколько мы оружия здесь находим, причем клёвого, дорогого, но оно нам уже не нужно. Мы уже в этом плане с вами спокойнее. Только стёк попью. Хм. Как же я попаду на этот уровень? Через это ведро? Ну, так странно открыто. А, нет, по лестнице. Типа, в смысле, просто по лестнице? А музло, кстати, напряжное. Давайте-ка я даже погромче сделаю. Чтоб было атмосферней. Так, R. Мы сначала зачистим территорию, надеюсь, она потом... Ты чё? Я уж и забыла, что они могут быть пугающими. Так,
Так, выключи эту страшную музыку, у меня все в порядке. Блин, что это? Что это за хрень? Я не знаю такую хрень. Что можно выкинуть? Такие все дорогие. А, мы же вообще это можем разбирать. Просто зачем нам металлические детали, у нас их жопы же, да? Это мы взяли металлические детали у него и что-то... Я просто думала, там что-то необычное. Типа... Кстати, на что доктор может быть где угодно. О, пистолетный патрон. Блин, полный комплект. Что это? Во, металлический... А, метательные топоры, господи. Жаль, что мне это все не нужно. Хотя вдруг там урон был больше, чем у меня. Слышь. О, электроника. Какой урон? А, хуже, чем у меня. Так горит желтым, типа, как будто он может быть где угодно, этот наш доктор. Туалеты открываются. Слишком громко, музыка уже надоела. О! У нас же есть что-то новенькое, что-то классненькое. А, это мины, это не то, блин. Ну, давайте используем ядовитую гранату. Надо же нам когда-то все это попробовать. Прилипло. Ну, что-то такие вещи лучше делать из укрытия. Блин, что-то далеко она-то и не долетает. Напряжение, типа, долго ждать, когда же они меня уже поймают. Ну, они меня не поймают, вот вопрос. Причем лучше всего в голову попасть. Больше очков дадут потом. Все. Разобрались. Блин, жалко, что я не могу брать, типа, дофига патронов. Они же у меня полные. О, хоть, ну, блин, все полное, понимаешь? Было бы грустно, да? Точнее, уже грустно. Было бы классно. Вот в чем суть. Было бы классно, если бы мы могли брать. Надо все везде перезарядить, чтобы мы были просто максимально готовы к любой тусе. Да у нас и нож клевый, но они с пистолетами, поэтому нафиг нож. Нравится мне эта штучка. Мультик. О! Кто это? Кто здесь? Спокойно, док, это я. Крейн, холонимся, слушайте, это очень важно. Не факт, что я выберусь, очевидно. Но мои исследования не должны пропасть. You're not gonna die, doctor. Right now we have to get out of here. So please lower your voice. О, да, ну все. Вы поймите, исследования не должны попасть к доктору Камдену. Вот почему я отдал пакет Джейд. Я знаю, вы обещали доставить, но она была там, а время поджимало. Док? Док? Так, ложная надежда на спасение, это же тут же развязала доктору язык. Поймайте скорпиона любой ценой, с удовольствием. А эти двое, что с ними делать?
Вам ее не найти никогда. Я не скажу ни слова. Вы ничего не узнаете. Доктор, о том, что вас разговорите, и беспокоюсь еще меньше. Ты садись, он же старик. Покажите доктору первую помощь и заберите Крейна в яму. У меня кошка есть. Какая в жопу яма? Я нашел Зерри. Хотел забрать его в Брейкмен, но Рейс и его банда устроили засаду. Не знаю, что теперь будет со мной и доктором. Ну, доктора убьют, мы в яме. Ну, типа, блин. Что же мы будем делать в этой яме? О, моя любимая музыка. Поднимите его. Док. Ты подобрался к нам, как змея в крови, Крейн. В городе лжи, ты худший. Да блин, должен сдох. Что ты несешь, отвечай, скотина. Это вышел из себя. Это вы, американцы, умеете и любите. Если... Неплохо. Блин, долгий мультик. Уберите тела. Крейна оставьте. Да, сэр. Мощно. Так, у нас, походу, забрали все и дали нам... И все, оно забрали. Надеюсь, что нет. Яма. Целите в бою на арене. Где палка? Какая-то палка валялась. Йо! А что делать? Просто уцелеть, типа, ну, это же не сложно. Или надо всех именно убить? Че, даже аптечки нет? Ну, мы будем постепенно мочиться. Это правда сложно? Я все равно что-то не пойму. В смысле уцелеете? О! Ну что нам помогут взрыв-пакеты? Просто бы знать, да? О. Они просто не знают, что мы с вами читеры. Уцелейте в бою на арене. Ну, типа, мне надо всех убить. Ой, ну это будет долго, наверное. Если я буду вот такой темой заниматься. Что тут еще есть? Ну. Ой, господи, Раис, лошара же ты. Блин, палка, конечно, с этими гвоздями. Драться не очень. Что-то много их. Это надолго, походу. Зачем удерживать? А. Короче, так, взрыв пакета, самодельный метательный нож. Будет ли он гореть, если я им пульну в банку эту? Вот в эту. А, можно же в огонь кинуть. Что думаете? Это что? Нет, что-то... А, да. Слышали звук? Ой-ой-ой! Просто вот эти палки, они вообще... Это просто смехотворно. Что за звук? Ну, блин, ну
взрыв пакета. Тут двое только, да, что ли? Трое. Ну сколько вас? Конкретно здесь. Так, надо чуть подышать. Ой, я, может, даже это промотаю, слышишь? Вот так долго? Много. О! Сейчас нам это пригодится. Блин, только деньги нам не нужны, нам бы что-то полезное, да? Где вот мои ножи? Да мне вот это все не нужно. Ей-богу. Мне бы вот найти там ножи и что-то такое. Ладно, давайте еще измолимся и пойдем туда. О, да, они, короче, так придумали, чтобы мы быстрее это все прошли. О. Нам можно сначала всех привлечь сюда взрывопакетами, в этот огонь. Блин, да я не могу так сделать, пока у меня эта штука. Пришли, но типа немного. Забыл поменять. Блин, я хочу в эту штуку, но... Кстати, без говна на лице так темно. Ой, да ну мать. Кстати, эту штуку тоже можно в них кидаться. Но это не действенный способ. Блин, надо было их брать и сразу в яму, где их много, вот туда закидывать. Вот это тогда бы намного больше нам помогало. Все сделано тупо. Так быстрее, ну. Не, ну вообще они нам, конечно, надавали кучу всего. Я думаю, это конец. Всюду расскажут о твоих подвигах. Жаль, что ты тогда уже будешь трупом. У меня аптечки нет, прикинь. Это твоя первая жалкая попытка проявить свою судьбу, Крейн. Боюсь, слишком слабо и поздно.
Плохо. Сейчас кто-то выйдет, да? Impressive. Замечает ли он для ходячего мертвеца? Почему я мертвец-то? Давайте измажемся на всякий. А, все? Хоть бы все. Вообще скукотища. Только нам дали все. Может создать новый предмет. Какой-то подарок. Надеюсь, это мои помощники. Чё-то нет. Чё-то нет. А вообще никто не сказал, что я босса буду мочить? Ну-ка, оживай. И чё, я должна его мочить палкой? А он вообще на вот эти взрыв-пакеты как-то убегает? Они его притягивают как-то? Как будто бы нет. Подожди, а как мне его мочить-то? У меня же нет ни черта. Стрела есть и патроны. Подожди, у меня же есть чертеж. Давайте создадим пистолет. Мы можем сделать пистолет? Только говно всякое можно сделать. Ну, конечно. Бечевку бы найти хотя бы, но это тоже нам не сильно поможет. Вот пистолет бы сделать, да? Но для него нужен пистолет изначально. Что-то мы в очке в каком-то. Должен быть какой-то план. А, давайте, знаете как? Пусть он на нас бежит и типа вот на эту штуку напорится. О! Ему это как-то повредило? Вот сейчас, наверное, его надо бить. Ох, блин, не, что-то не работает наша теория. Блин. Так, я вижу по карте, где он. О, нет. О, не, я перепутала стороны. Как же нам его изничтожить? Должна быть какая-то тема. Типа в эти штуки, чтобы он, знаете, на меня побежал. Но я его этими палками сраными не убью, вы же понимаете? Ну, просто бред. Но насколько сильно нам, опять же таки, это поможет, этого же мало. Чтобы нам сделать коктейль-мол, то нам нужна бечевка. Мы можем разобрать какое-нибудь говно, которое взяли, но даст ли нам это говно бечевку? Нет, металлические детали. Ой, что сделала, выкинула? Гвозди. Мачете. Нет. Блин, я думала, что сейчас что-то мне дает бечевку. А это металлические детали. Да, без бечевки нам ничего не светит. А, у нас есть металлическая деталь. Откуда она? А, так нам бечевку нужна все равно. Горючая жидкость. Кстати, горючая жидкость вариант. Мы можем его подманить к ведрам и туда кинуть горючую жидкость. Не знаю, но нам что-то же надо сделать. Потому что ножом-то я его не убью, это же, ну, как бы...
Нужно так это разработать. Ты чё, ну я тут? Тупой. Не хочется тебе сюда прийти. Тупой вообще. Когда я где-то наверху, он у меня камушки кидает. Слово бежать? Что она не загорелась? Ну, что-то не знаю, кого бить сейчас. Погуглю, наверное. Я просто хочу придумать какие-то, ну, полезные варианты. Может, вообще сбежать можно отсюда, и не надо его убивать? Следовательно, мы можем ему нанести урон. Тут даже можно аптечку собрать. Я просто пытаюсь собрать все подряд. Что вижу, что хоть что-то может мне вообще помочь. Деньги мне не надо, дай мне. Бим! Мы ему нанесли сейчас урон? Можем ли мы сделать. А как я создам аптечку из алкоголя только? Не могу. Тупо, да. Не могу. И горючая жидкость что-то мне не это самое. Да, надо, конечно, нам что-то для здоровечка. Где он там? Алкоголь. Нам надо, чтобы он, короче, бежал, врезался, как дурак, а мы его потом по спинке. Хоп-хоп. Прикиньте, какой урон он мне сейчас этим камнем нанес. Интересно, хоть бы нам не надо было зомби заново мочить. Только с этим. Почему две? А, теперь там еще зомби залезает. Ну это неплохо, кстати. Точно. Это потому что мы. Ой, мы еще продолжаем, но у него те же жизни. Так что мы можем, в принципе, с ним мочиться. Ну ничего, ничего, мы сейчас встанем. Не, так нельзя, надо со спинки. Я же в говне измазанная. Угу. У нас все получится. Я уже верю в нас. Все получилось. Блин, так быстро убили вообще. Надо было просто нормальное оружие взять. Лет и бою на арене. Я уцелела, что дальше? Хочу выйти.
Надеюсь, тут больше не будет таких сюрпризов. А, это чё? Чё за газ? Чё это? Ну и чё? Я уцелела, чё дальше-то? А, мне надо самой до них дойти и не ударить их? Они что, проглючили? А, не убила, наверное. Окей. А, они, короче, меня типа не видели, что ли, за говна этого? Ну, не говна, а как тебя так называемая. Сейчас, наверное, почуют, а сейчас типа не чуют. Глупость же какая-то. Ой, ну главное, чтобы больше не было никаких монстров. Ну где? А, все, видите, у меня закончился эффект. Так, надо испачкать в них. Блин, меня убивают. А. Я еще заражена. You have provided some quality entertainment for my men. Too bad it's a one-time performance. This will only prolong the inevitable. But try to make the best of it. Let no one say I never gave you anything, Crane. Мне же нужна марля, а где я ее возьму? Я больше не удивляюсь твоим навыкам, Крейн. БГМ хорошо тренирует своих людей. О, черт. Опустить платформу. Типа они мне сейчас скажут, давай мы, короче, тебя берем к себе, давай дружить, ты сильный мужик. Брось оружие. Хаос, вот истинный порядок вещей. Предполагать иное чистое безумие. Позволь показать. Басам, ты меня слышишь? Громко и четко. Опубликуй файл. Отправляю, сэр. И есть. Отправлен. Ты черт всех, ты приговорил тысячи людей. Вот что значит твой долбанный чудсам. Ты не знаешь, что в файле, правда, Крейн? Ты только подтверждаешь мои мысли. БГМ хотела сделать вирус оружием, а не уничтожить. Для них важна только прибыль, а не люди. Ты следовал их правилам и законам и стал дрессированной обезьянкой. Жалкое зрелище. Ну все. Убейте его. Теперь бежим нахер отсюда. Так. Давайте, надо выбираться. Крейн, спаси этих людей. Они этого не заслужили. You, give me that torch. Крейн! Прижег себе рану. What are you trying to do? Чего ждете, уроды? Стреляйте! I'm sorry, Doc. Прощай, Док. Господи, слава богу, не я играю, а? А вот сейчас, наверное, я побегу. Ага. Застряла, прикинь. Я хоть туда иду-то. Ведь туда же, откуда и пришла. Ну-ка, арматуру мне сложно.
Ой, чертила! Ну, я же не добегу. Блин, слышь. Задача не из легких, скажу честно. Надеюсь, мы бежать сейчас будем, а не мультики смотреть. Идите и ищите на крышах запретные сундуки. Нам главное не повторить ошибки и не повторить к бочкам. Да блин, это что они стреляют? Чем таким классным? Ладно. Передохнуть сзади человека. Ну да блин. Надо бы эти штучки. Чуть не влип. Хочу убежать. Вот черт. Как он у меня до сих пор бежит? Да ты чё, давай, подкат, ты умеешь! О боже! Где тут за что хвататься? О, слава богу, вода. Хотя даже я не знаю, слава богу, не слава. Куда дальше? Тряхни морду. Да. Короче, нам просто надо отсюда бежать. Кстати, там были нормальные оружия. А не эти палки сраные. Сбегите из штаба Раиса. Пришли тогда из этой двери. Отсюда. Я нашел способ спастись с арены и жму на всех парах Брекена, но Зерри, Зерри мертв. Единственное, что радует, он дал исследование жизни, прежде чем его похитить, так что есть еще надежда на исцеление. Получено достижение, меня отправили. Закончилась выносливость. Назад! Так, мне надо уколоться. В смысле, вообще закончилось? Так, как мы сюда пришли? Сейчас выносливость загрузится. Так, я еще и без всего, да? Да. Блин, выносливость закончилась. Плохо дело. А выпить что-то можно? Сигаретку курить? Не поможет? Блин, ну значит будем идти пешком. Бегите в башню. А как? Не могу бежать. Я не могу от нее убежать. У меня выносливости ноль. Закончилось. О, они хоть на меня не нападают. Понятно, я этой арматурой сейчас буду драться. Сейчас говном измажемся, чтобы нас хоть... Эй, измажься давай, чтобы мы хоть спокойно дойти могли. О. Мы, кстати, можем куда-нибудь зайти и что-нибудь... Что значит назад? Закончилась выносливость назад. Я понимаю, что закончилась выносливость. Мы так долго будем идти. Вот, кстати, жалко, что я эту зону не активировала. Очко, ребят, очко. Нам далеко еще идти?
Давайте дойдем до ближайшего дома. Потому что мы офигеем так долго идти до башни, нам просто нужно дойти до моих этих. Мультик какой-то. Черт. Где я? Пришлось спрятать тебя на причале. Люди Рейса охотятся с тобой. Не знаю, что ты там сделал, но они явно взбесились. Мне надо поговорить с Джейд. Джейд передал ей все данные. Она передала их Камдену. Пыталась передать. Камден сообщил нам по рации, что, говоря за Рейса, нашли его лабораторию, и он забаррикадирован внутри. Сидит и не может выйти. Потом связь оборвалась, и больше мы не могли с ним связаться. Я иду за ней. Как она пробиралась? Та часть города закрыта. Есть такие спасители, контрабандисты, которые переправляют людей. Их штаб в баре Ника. Котловине, по автостраде. У вас хватит людей собрать, чтобы этот груз? Последний груз бросили 36 часов назад. Больше грузов не будет. У нас мало времени, Крейн. Черт, я понял. Не знаю, получится у меня или нет, но я постараюсь. Знаешь, в такой ситуации большинство людей просто забилось бы в нору. Честь тебе, хвала и удачи. Так, без своих вещей никуда не пойду. Эй, Крейн! Эй, Крейн, вот твое снаряжение, держи. Тебе привет, Карима. Поблагодари его за меня. Ребят, я сотворила просто невероятную ошибку. Я не записала голос. Я играла 2 часа. И произошло куча разных охерительных событий. Я это не записала, поэтому придется брать звук с... камера. Я надеюсь, я смогу это смонтировать, я просто в шоке. Я сделала перерыв, выключила все записи, решила посмотреть то, что я записала. Я поняла, что там нет звука моего голоса. Я, конечно, охерела. Сказать, что я расстроилась, ну, ничего не сказать. Но надеюсь, что вам не сильно отстойно было смотреть этот выпуск с голосом с камеры. Я очень сейчас расстроилась, если честно. Потому что я решила как раз супер долгий классный выпуск сделать. Сделала. Все потому, что ничего не проверила вначале. Подумала, ну блин, у меня уже постоянно каждый день стандартные настройки. Ну это капец, это просто капец. Короче, я решила на этом закончить. И следующий выпуск уже будет с хорошим звуком. Потому что я его сейчас начну снимать. Теперь я уже все проверила. Короче, это просто капец. Реально я очень расстроилась. Я не знаю, как я смогу ли я это все свести по звуку, потому что не знаю, клянусь, не знаю. Всем пока.